Всем привет! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня видно, слышно. Здравствуйте. Привет. Видно, слышно, хорошо. Слышно, видно. Ну и славно. Мы сегодня 2,5 часа примерно проведем в такой прямой дискуссии. Жалко, что она не получается в видео-виде дискуссии, да, а она будет немножко односторонняя. Я буду отвечать полно на ваши ответы. Суть заключается в том, что я хочу 2,5 часа посвятить полностью ответам детализированно на все вопросы по неврозам, по ВСД, по панике, по страхам, по фобиям, по ошибкам, которые люди совершают, по работе над ошибками. Целью и задачей данного вебинара является еще раз бесплатно ответить на вопросы. Это же будет лекция для канала «Невроза Мегаполиса», поскольку это бесплатно. Да, соответственно, еще больше людей начнут понимать, что проблема не в панических атаках и не в ВСД. И проблема заключается гораздо более глубокой, полной, сложной и порой непростой. Ну, например, такая проблема, как симбиотическая связь с матерью. Какой блогер по ВСД вам когда-нибудь говорил фразу «симбиотическая связь с матерью»? Какой блогер по ВСД вам когда-то говорил фразу «нарушенные границы контакта ребенка и матери»? Вам об этом никогда не говорили, и мало кто скажет. Кто вам говорил о том, что есть семейная системная психотерапия? Кто вам говорил о том, что есть психотравма, с которой человек живет из детства? Об этом никогда вам никто не скажет, и никогда никто вам не говорил, потому что основная идея видеоблога – это популярная тема ВСД, и популярная тема панических атак, которая, видимо, хорошо продается. Но разочарование людей, конечно, не может быть предела, когда они понимают, что либо бесплатно они посмотрели вебинары, упражнения, либо платно что-то сходили, сделали. Одно и то же упражнение заключается в проживании, выдерживании и контакте со страхом. Так ли это? Поднимите сейчас руку, поставьте восклицательный знак, кто ходил на семинары по паническим атакам или занимался в группе индивидуально с клиентами, с психотерапевтами, со мной, не со мной, кто проходил специализированные какие-то по паническим атакам, агорафобии семинары, упражнения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть такие. Хорошо, ну, немало, да, мы видим. Вот, соответственно, вот суть заключается в том, что эти люди, и вообще в целом люди, которые, кто-то по моим видео, кто-то вообще в целом занимался только этой проблемой, вы занимались этой проблемой на начальном этапе, и суть заключается в том, что панические атаки и ВСД не являются неврозом. Панические атаки и ВСД являются последствием невротического расстройства. И это надо понимать. И сегодня мы об этом будем говорить. Вот так вот коротко я заявил основной посыл, который я хочу за эти 2,5 часа до вас донести. Это понятно? Да, что мы будем сегодня говорить не хотелось бы говорить именно о ошибках, и хотелось бы говорить именно о том, что делать, и о том, как с этим жить и как с этим бороться, чтобы не было проблем. Значит, начну давайте я, а там вы подхватываете, потому что, ребят, я не задавал рубрику «Задай вопрос заранее», и у меня не подготовлено абсолютно никаких вопросов. Да, это мой планшет, я здесь буду рисовать какие-то схемы для того, чтобы, возможно, вам было что-то попроще понять. Но вопросов заранее никаких я не готовил. И уж ответов, тем более, заранее я не готовил, поэтому я буду отвечать с чистого листа. Значит, давайте я начну ту тему, которую я уже начал, да,
А вы ее подхватываете, хорошо, и формулируете вопрос в письменном виде. В чате вы видите нижнюю строку, написано «Написать сообщение». Здесь вы можете задать свой вопрос. Единственное, что у меня к вам большая просьба. Поскольку мы ограничены во времени, конечно, не надо писать историю болезни. Началось у меня 3 года назад, что со мной? Вот такие вопросы я читать не буду, отвечать уж тем более. На вопрос «Что со мной?», «Как быть?» я отвечу сразу и заранее. «Что с вами?» я не знаю, поскольку я с вами не знаком. «Как быть?» обратиться к врачам за общим обследованием и за терапией, за диагностикой. Я не диагност-экстрасенс. Вы сейчас для меня представляете только буквы. Соответственно, профессиональная психотерапия не может педалировать диагностику в интернете со словами «Вам кто-то что-то написал, и вы кому-то что-то должны поставить диагноз или сказать, что с ним». И уж тем более, почему. У меня панические атаки, ком в горло, почему, что со мной? Но в лучшем случае я скажу, похоже на невротические симптомы. Кто вы, что с вами, я не знаю. Поняли, почему я иногда так отвечаю? Не потому, что я устал, или не потому, что я не хочу вам отвечать, а потому, что есть понятие профессиональности, этики и корректности. А соответственно, в интернете с неизвестным человеком, с сомнительным... Понимаете, вот люди говорят, у меня дереализация, как быть? А кто вам сказал, что у вас дереализация вообще? Ну, я где-то прочитала, очень похожие симптомы. Знакомишься, допустим, с человеком, и оказывается, что у него вообще не дереализация, у него вообще неврастения, у него вообще синдром хронического переутомления, где он просто расторможен, переутомлен, и центральная нервная система находится в состоянии расторможения от сильной переутомляемости или переутомленности, от тревоги, от беспокойства. И это вообще не дереализация ни разу. Я говорю, а что ты сделал, что у тебя дереализация? Ну, я где-то прочитал, было похоже и так далее. Вот. Поэтому люди задают много одних и тех же вопросов по разным причинам. Я объясню почему. Потому что, во-первых, куча людей, которые не в курсе. Они только нашли видеоканал, и они только пришли и начинают задавать одни и те же вопросы. Поэтому людям, которые слушают меня давно, им кажется все одно и то же, типа Леша уже всем ответил, но на самом деле это не так. Есть постоянно какие-то новые люди, которые приходят и смотрят. Второе, ребятки, запоминайте, все люди разные. Кому-то заходит в голову понимание вот в один период жизни, кому-то в другой период жизни. У нас в профессиональной терапии есть такая фраза, человек должен быть готов к психотерапии, он должен к этому прийти. Есть клиенты, которые начинают бросают, и только через 2 года начинают заниматься этим профессионально, уже углубленно. Человек должен созреть. У него голова и некоторые другие процессы должны прийти к определенному пониманию. Вот у меня, например, есть парень в группе, который слезно там страдает, пишет мне сообщение о том, что ему вот плохо, ему нужно помочь. Я говорю, записывай все в дневник, приходи, значит, будем разбираться, и он не приходит. Вот как помочь такому человеку? Как помочь ему увидеть всю свою проблему? Он очень хочет, но не приходит. Они очень хотят, но не делают. И вот это одна из проблем, с которой я бы хотел начать. Нет, там дело не в деньгах. Он оплатил занятия даже. И не приходит, и не делает, и избегает, и так далее. И какой бы тут ни был специалист, когда человек не приходит на занятия, пропускает занятия, не выполняет определенные упражнения, когда человек... не обсуждает это, да, вот тут ничто и никто не будет эффективен в принципе. Вот, поэтому давайте начнем наше занятие с моего маленького пассажа, который я уже начал, но я его продолжу. Итак, значит, если вы смотрите эту запись видео-вебинара на канале Невроза Мегаполиса и для всех гостей онлайн, я начну еще раз с того, что вся ваша проблема в неврозах, пожалуйста, давайте сейчас пока остановим чат. Ладно, я маленькую лекцию минут на 15 прочитаю, хорошо, для общего образования всех и новичков, и в YouTube гостей, хорошо? Итак, значит, смотрите.
вся проблема начинается с того, что в какой-то момент жизни человек начинает испытывать вегетативное напряжение. А суть этого вегетативного напряжения описана мною на канале ранее, но я повторюсь коротко. Тахикардия, ком в горле, головокружение, нехватка воздуха, диарея, слабость, тахикардия, экстрасистолы, дополнительный удар сердца, чувство, ощущение слабости и скорого потери сознания, потери аппетита, усиленное внутреннее беспокойство, дрожь, тремор, потоотделение, холод, страх надвигающейся какой-то тревоги, суеты и беспокойства. Да? Все вот это человек начинает в какой-то момент ощущать. В какой-то момент он это начинает даже терпеть и пытаться спихнуть это на то, что он не выспался, на то, что он просто как-то переутомился или еще что-то. Это сейчас я в среднем рассказываю. Да? Затем в какой-то момент, плюс или минус, ранее или позже, у него может возникнуть острый приступ вот такого вегетативного напряжения, где у него застучит сердечко, что-то случится с вегетатикой, да, она мобилизируется, и человек, это он может ехать в метро, он может быть на работе, он может быть дома, он может быть просто мыть посуду. И человек от незнания и от плохого образования собственного, физиологии, медицине, естественно, он не поймет, что с ним произошло. Вот это давайте запоминать. Первое. В какой-то момент времени вегетативная активность вела вас в заблуждение. Это понятно? Вы просто от незнания, вы говорите, я просто еду в метро, я просто иду по улице, я просто дома, я просто на работе. И вот тут вдруг начинается вегетативная активность. Тахикардия, шаткость, голова, пульс, озноб. Да? И вот эта вегетативная активность как бы не по делу, вы говорите, вам ничто не угрожает, как бы не по делу, вот она начинает человека, естественно, вводить в заблуждение. Человек говорит, кажется, я помираю. Так ведь было, ребят? Кажется, я помираю, или кажется, я сейчас свалюсь в обморок, или кажется, я сейчас сойду с ума. Вот эти три гипотезы, они и приходят всем людям в голову, что как только начинается вегетативная активность, неважно где, в клубе, в кафе, дома, на улице, метро, транспорт, институт, неважно, первая мысль, которая приходит людям в голову, что кажется, я помираю, кажется, я сейчас сойду с ума, кажется, я упаду в обморок. Ну, там еще есть дополнительные варианты, что кажется, я потеряю над собой контроль, я его теряю, и кажется, вот-вот что-то сейчас произойдет, что я не знаю, что с этим делать. Вот так психика, внимание, от незнания реагирует на вегетативную активность. Поняли? Еще раз. Психика от незнания реагирует на вегетативную активность вот такими сомнениями. Сомнениями. С чего начинается ваше образование? Чтобы не создавать паническую атаку и чтобы не создавать вот такие вот сомнения, что а вдруг я сойду с ума, окажется это симптом сумасшествия, окажется это симптом инфаркта, окажется это симптом инсульта. Чтобы не создавать вот такие сомнения и очень быстро купировать эту проблему, не разогнав ее в агорафобию, в последующие другие изоляции, чтобы вы уже перестали передвигаться по городу, перестали передвигаться самостоятельно, считая, что у вас какая-то болезнь. Да? Вот чтобы такого не было, первое, что нужно новичкам сделать, я сейчас для новичков больше, это очень быстро пройти кардиологическое обследование. Сделать ЭКГ, мониторинг по Холтеру и велгометрию, изучение сердца, работы, нагрузки. Где вам кардиологи скажут, все хорошо, судя по всему, ВСД или что-то эмоциональное. Таким образом, вы для себя понимаете, что у вас с сердцем все в порядке. И умирать от сердца вам не придется. Значит, это... И вот тут вот меня начинаете слушать. И значит, это эмоциональная активность была. Да, странно звучит. Почему у меня вдруг возникла эмоциональная активность в метро? Правда же, ребят? Почему у меня вдруг возникла эмоциональная активность в метро, когда я просто тупо еду в метро? Чего у меня вдруг возникла эмоциональная активность после того, как я травы покурю? Есть такие ребята, да, наверняка кто покурили, что-нибудь там выпили и потащило.
Вот. Соответственно, что у меня вдруг возникла эмоциональная активность, когда я ехала в автобусе, в автолайне, на работе? Откуда такая хрень? Если сердцем-то все в порядке, если я с ума не схожу? Отвечаю. В вашей жизни есть определенное обстоятельство, на которое вы на самом деле не обращаете, на которые вы не привыкли, внимательно, не привыкли обращать внимание. Понятно? Вы не привыкли обращать внимание на то, как вы стрессируете себя в отношении с вашим парнем, с вашей девушкой. Вы не привыкли обращать внимание на то, что вы не можете принять решение. Вы не привыкли обращать внимание на то, что вы стрессируете себя, потому что родители ведут себя не так, как вы хотите. Вы не привыкли обращать внимание на то, какую претензию вы предъявляете к окружающим людям. Вы не привыкли обращать внимание на то, какую претензию вы предъявляете к самому себе. Вы не привыкли обращать внимание на то, как вы боитесь выйти за рамки норм и правил и боитесь совершить ошибку. Вы не привыкли обращать внимание на то, как вы боитесь показаться плохим, глупым и слабым и смешным, и что все посчитают вас вот каким-то странным, больным и нелепым. Вы к этому никогда особого яркого внимания этому не придавали. И в какой-то период времени у вас стали происходить обстоятельства или одно, или несколько в виде череды, где вы обращали так или иначе, очень стрессирующее отношение было к этим обстоятельствам. И в какой-то момент кто-то правильно написал, Саша, да, что в какой-то последний момент какая-то ситуация или отношение к ситуации явилось условной последней каплей для того, чтобы пик вашего внимательно эмоционального состояния поднялся на определенную планку. Как только этот пик эмоционального состояния поднялся на определенную планку, вот тут-то вегетатика и проявилась естественным биологическим путем. Понятно? Вегетатика проявилась естественным биологическим путем, потому что проявились внутренние эмоции таким образом. Поэтому, ребята, внимательно, подождите, как только вы испытываете вегетативное напряжение, вы должны четко отдать себе отчет в том, что вы испытываете сейчас эмоциональное проявление какой-то формы реагирования внутренних эмоций на какие-то обстоятельства жизни. Вот это понятно? У вас ни инсульт, ни инфаркт, ни бронхиальная астма, ни шизофрения, ни мочеиспускание неконтролируемое, а у вас всего лишь навсего вегетативное. Активность ввиду накопленных и постоянно образованных эмоций. Это ясно? Сейчас мы будем об этом говорить по поводу обстоятельств. Хорошо? Вот этот первый шаг всем понятен. Потому что огромное количество людей считает, что у них проблема именно с вегетатикой. И они пытаются в интернете найти лечение. ВСД. Если наш клиент испытал панику из-за испуга вегетатики, что с ним происходит? Он начинает получать панические приступы, себя пугая. Он боится, что его вегетатика это какой-то прелюдия к смерти или прелюдия к инфаркту или к сумасшествию. От этого он очень сильно пугается. И вот этот пароксизмальный испуг называется панической атакой, которая является ничем иным, как просто тупо выбросом адреналина. Паническая атака – это просто инстинкт самосохранения. Помните кошку, которая так вот сделала, сгорбилась, уши прижала? Вот это паническая атака, по большому счету, психологически. Потому что в этот момент мобилизируется у кошки вегетатика, расширяются зрачки, пригибаются уши, поднимается шерсть, выпускаются когти, сердце начинает стучать, как сумасшедшее. Это и есть природосообразный инстинкт самосохранения.
Это понятно? Так вот, суть заключается в том, что когда у человека возникает такой приступ, он опять вторично его не знает. Он считает, что этот приступ – это начало смерти. И вот здесь нужно сделать второе образование, уже про паническую атаку. Что сама по себе паническая атака – это испуг. Это не приступ кардиологии, не приступ ишемии, не приступ бронхиальной астмы, это не приступ потери контроля и сумасшествия. А люди во время панической атаки с ума не сходят, головой об стену не бьются, из самолетов не выпрыгивают, самолет не могут зассать от потери контроля, загадить весь институт, значит, там, заблевать всю маршрутку, такого не произойдет. От панической атаки в лучшем случае, в самом худшем случае, человек либо замрет в диком ужасе, и это пройдет через 3-7 минут, либо человек куда-то побежит, начнет суетиться в испуге, прося о якобы помощи, и это также пройдет через 5-10 минут. Ничто ему не угрожает. Потом вопросы. Соответственно, о панической атаке. Что здесь надо знать? Здесь надо знать следующее, что прежде всего терапия панических атак, в кавычках, начинается с образования и заканчивается, внимательно, ребята, образованием. Не существует лечения ВСД и лечения панических атак. Не существует ни в медицине, ни в психологии. Знаете почему? Где мой доктор Пейпер? Кто-нибудь видел мой доктор Пейпер? Эй, куда я дел? А вот. Кто знает, почему не существует лечения панических атак? Объясню. Не существует лечения панических атак, потому что, слушайте внимательно, потому что панические атаки – это испуг от незнания. Сначала это происходит так. Сначала у вас поднялась вегетатика. Окей. Сначала у вас поднялась вегетатика, и вы испугались, доведя себя до паники. Это понятно? А потом вы посчитали, что сам по себе панический приступ – это приступ начала какой-то смерти. И вы начинаете считать, что если они начнутся, то они вас убьют, и вам просто повезло в этот раз, что оно вас не убило. Так ведь? И вы все время как на рулетке русской живете. Каждый день вы крутите барабан под названием «Ну что, сегодня-то я умру или нет?» И так крутите барабан. Нет, сегодня повезло мне. Дай-ка я сегодня пойду на улицу. Повезет, не повезет, называется. И вы относитесь к этой ситуации именно как к русской рулетке. Повезет, не повезет, смогу, не смогу, умру, не умру, успею домой или не успею, таблетку успею закинуть в рот или не успею. И вы так и живете, к сожалению. Соответственно, вот в этом есть очень большое заблуждение, еще одна большая ошибка. Потому что вы просто-напросто смотрите, что сделали. Вот Марина, например, да? Предположим, Марина шла когда-то по улице с работы домой. У нее в этот период жизни были определенные отношения с мужем, с родителями, с работой. Я не знаю, предположим. И у нее обострилось невротическое внутреннее напряжение. И оно проявилось в виде тахикардии и такого общего напряжения. Окей? И Марина вдруг это почувствовала на улице. Плюс еще у нее был сложный день, она плохо покушала. Плюс у нее еще там какие-то другие проблемы, да, голова закружилась и так далее. И Марина испугалась. Она говорит, ой, что со мной? Ой, кажется, я сейчас упаду, кажется, я сейчас, значит, умру. И она создала себе сама панику. Она создала себе панику своим отношениям, это понятно? Но она этого не поняла. Она подумала, что это был какой-то приступ, где она чуть не откинулась. И по ее логике, этот приступ может повториться. На следующий день Марина выходит опять на улицу на работу, уже с опаской, с ожиданием того, что а вдруг это повторится, а вдруг это что начнется, а вдруг это опять же что случится вновь. И Марина начинает что делать?
И Марина начинает это избегать. Это понятно? Она начинает считать, что у нее может произойти какой-то приступ. Она считает, что у нее какая-то болезнь, которая вдруг так вот стала проявляться. Сейчас я скажу, что делать. У меня технический вопрос. Ребятки, котятки, а кто записывает вебинарчик? Скажите мне, пожалуйста. Это очень важно, потому что я его не записываю. Мне очень нужно будет эту запись выложить в YouTube для всех. Ладно? Вы мне сможете в хорошем качестве скинуть файл? Ладно? Володь, Захар. Ладно? Потому что я хочу в YouTube его вылить, и я хочу, чтобы это было доступно. Ладно? Спасибо большое. Вы мне ВКонтакте там напишите, хорошо? Так вот, спасибо. Что же происходит дальше? Что же происходит дальше с этой самой Мариной? Она начинает бояться. Вот и все. Значит, запоминайте. Первое, что вам надо здесь себе сформулировать, что, ну, это с интернетом связано у вас, что есть. Первое, что надо себе сформулировать, это то, что у вас вегетативная активность, связанная с вашими эмоциями, которая вас не убьет. Много лет или месяцев это уже у вас было. Второй принцип, запоминайте. Если вы боитесь вегетативного напряжения и его избегаете, считая, что его быть не должно, вы делаете фундаментальную ошибку. Запоминайте очень важный момент. Вы должны научиться эту вегетативную активность не избегать и купировать. Еще раз. Не избегать и не купировать. А что сделать? Подсказывайте. Выдерживать. Выдерживать. Не думать, что что-то случится. Не думать, что что-то произойдет. Не думать о том, что это чем-то вам опасно. Вы должны с этим вегетативным напряжением, кто-то правильно говорит, подружиться и принять. С четким пониманием того, что я сейчас проживаю страх и напряжение, а не приступ смерти, где я улетаю в мир иной. Это понятно? И вот здесь, к сожалению, наши клиенты делятся на два лагеря. И есть люди, которые начинают контактировать с вегетативным напряжением или с панической атакой, когда они себя испугали. И они просто останавливаются и начинают проживать это напряжение. Они начинают его выдерживать. Они начинают его провоцировать упражнением 33, давай еще сильнее, что-то слабенько как-то. Они начинают просто-напросто его проживать. Конечно. А есть люди, которые, которым, что бы ты ни говорил и как бы ни помогали тебе твои коллеги, они все равно начинают что делать? Они начинают как бы делать упражнения с пол амплитудой. Они как бы не избегают, но они как бы возле дома пасутся. Как только у них паника или тревога начинает подниматься, они говорят, нет, все, хватит, я побежала домой. Понимаете, что они делают? То есть эти люди, они как бы сами создают проблему таким образом, что она не решается. Потому что проблема панической атаки и агорафобии решает только выдерживание контакта с агорафобией, с объектом страха, дроблением посещения улицы частями парикмахерских, аптек, магазинов, торговых центров. Записывайте сейчас, если у вас есть на чем писать. Пишем или запоминаем. Никто и никогда, и в частности Красиков Алексей и канал «Невроза Мегаполиса», никто и никогда не сказал и не скажет вам, что разработка вашей привычки пугать себя, оно комфортное. Забудьте о том,
что лечение в кавычках панических атак и агорафобии и вегетативных испугов, оно не должно быть дискомфортным. Запоминайте, когда вы будете на улице испытывать вегетатику или даже панику, если успеете испугаться, никто не сказал, что это комфортно. Никто и никогда не сказал, что лечение в кавычках панических атак и агорафобии – это комфортно. Многие клиенты говорят: я вышла на улицу, отдалилась подальше от дома, и мне стало страшно. Это было так некомфортно, я так не хотела этого держать, что я вернулась домой. Но и горе побежденным тогда, флаг тебе в руки, барабан на шею. Никто и никогда не сказал, что терапия фобий комфортна. Я вам больше скажу. В терапии фобий как раз очень важно создавать у пациента эту некомфортность. Проще говоря, он должен с объектом фобии, наоборот, сталкиваться, поднять этот страх в себе и просто остановиться как вкопанный, или просто изучать этот страх и проживать его. Есть одна иллюзия у наших клиентов, что паническая атака, они знают про адреналин, да, например, она может дойти до какого-то пика, где что-то сломается. А вот здесь есть некоторая ошибка. Ошибка заключается в том, что ваша органическая система, в частности надпочечники и головной мозг, выбрасывают адреналин из-за того, что вы себя пугаете. Но суть заключается в том, что ваш организм не может выбросить больше адреналина, чем ваш организм может его утилизировать. Понимаете? Еще раз. Даже если вы выйдете на улицу, и вас будет шарашить паническая атака постоянно, ваш организм не сможет выбросить ровно столько адреналина, сколько вы не можете переработать. Это всем понятно? Надпочечники не могут вас передозировать. Не может быть такого, что в заключении вскрытия умер от передозировки собственного адреналина. Это как вообще? Вы скажете: а как же так? Я слышал, что адреналин и испуг опасен. Внимательно. Да, действительно, адреналин и испуг опасен, но только пожилым людям, у которых уже были инфаркты, были инсульты, им за 80 лет, и у них уже были серьезные проблемы, где им не рекомендовано что делать, слишком переживать и так далее. Не надо придумывать никакой патологии надпочечников. Даже будь у тебя три патологии надпочечников, ты не можешь передозировать себя собственным адреналином. Адреналин распадается в крови очень быстро. Понимаете? Поэтому и паническая атака длится коротко. Адреналин быстро распадается. Вы не сможете себя передозировать. Это важный момент. И опасен адреналин, и опасны острые эмоции только лишь для тех, у кого возраст уже солидный, и у которых либо диагностированы серьезные проблемы ишемического характера, либо у которых были инфаркты, инсульт. Нет, от страха умереть нельзя. Логический довод очень простой. У нас что, на войне люди не боятся? Потом. На войне что, люди не боятся? Люди боятся, но умирают люди на войне от травм, несовместимых с жизнью, а не от страха. От страха умереть невозможно, если ты не пожилая бабушка, у которой три инфаркта миокарда, и этот страх просто спровоцировал еще один, который она не выдержала. Поэтому забудьте эту иллюзию о том, что вы можете от панической атаки склеить ласты. Я 6 лет занимаюсь этим вопросом, и еще 4 года до этого. И никто не склеил ласты от панических атак за последние 10 лет моей практики. Вы сколько лет изучаете форумы интернет?
Сколько вы знаете людей, которые умерли от этого? Миллионы людей сидят в интернете, миллионы людей читают форумы, миллионы людей, но кто-нибудь ласты-то склеил от этого? Нет, потому что это невозможно. Понимаете? Единичные случаи остановки сердца при прыжках с парашютом, они по статистике коррелируются с таким же единичным случаем, как авиакатастрофа, причем здесь панические атаки и испуг. Соответственно, это всем понятно? Ну, собственно говоря, я подвожу итог маленького вступления для начинающих, да, что вы должны понять одну простую вещь. Нету неправильно считать, что даже если вы справитесь с образованием и у вас не будет панических атак, агорафобии и прочих испугов, что все закончилось. Теперь переходим к основной части. Основная часть заключается моего посыла сегодняшнего в том, что на сегодняшний день примерно 95% моих клиентов уже не испытывают панических атак. Согласитесь? Они уже посмотрели мои ролики, они прошли какие-то семинары, они прошли какие-то занятия у меня, не у меня, прочитали что-то и так далее. Они не испытывают панических атак. Но у них осталось вегетативное напряжение, но у них остались какие-то крайние эмоции, но им иногда закрадываются мысли о своем здоровье, но они иногда срываются на близких, но они периодически боятся того или иного, и на самом деле, в целом, они по-прежнему стеснительны, неуверенны, они по-прежнему беспокойны. Они не испытывают панику, но ничего не поменялось. Отсюда вывод и главный тезис сегодняшнего вебинара. Панические атаки и ВСД, их отсутствие, это не лечение неврозов. Поэтому это главный тезис канала Невроза Мегаполиса. И я надеюсь, что вы это поймете. Что нету смысла никакого платить деньги за лечение в кавычках ВСД и панических атак, потому что его не существует. Существует только общее образование о том, что такое ВСД. Ведь если вы занимались каким-то специализированным изучением ВСД и панических атак, вот если есть ребята на этом вебинаре, да, такие, вот я же наверняка сейчас прав. Вы чем занимались на своих занятиях? Изучением ВСД, изучением паники, как выбрасывается адреналин и главным посылом о том, что вы просто себя пугаете и надо это системно выдерживать, так? Потому что другого быть не может. Вот это единственная система, которую вам могут объяснить. Это не лечение панических атак вообще, в принципе. Это просто объяснение и указание вам, что, друг мой, если ты не хочешь испытывать панику, агорафобию, ты выходи, не бойся, проживай и двигайся дальше. Поняли? Поэтому тратить деньги, вестись на лозунги о том, что вас вылечат от панических атак, это пустая трата времени и денег. Вы можете в YouTube посмотреть огромное количество бесплатного материала, которого уже более чем достаточно для того, чтобы понять, что такое а. вегетативная регуляция даже на этом вебинаре, б. что паническая атака является ничем иным, что испуг от незнания. Затем это закрепляется в виде незнания и поддерживается в виде избегания. Это понятно? Чтобы справиться с паническими атаками и агорафобией, нужно прежде всего изучить этот вопрос и понять, что вегетатика – это эмоция испуга в данном случае. Второе, надо системно выходить на улицу и проживать это, и проживать, и выдерживать. Вот и все. У каждого человека получится это по-своему. У кого-то быстро, у кого-то медленно. Но я вам так скажу. Основная ошибка здесь заключается в том, что если вы верите в то, что вы способны умереть от паники, от вегетатики, если вы верите в то, что вы способны все-таки откинуться, то вы не справитесь. Вы не справитесь.
Потому что справиться, вот, ребят, из 114 человек, кто справился с паническими атаками? Сейчас напишите «я». У кого они были, а у кого больше их нет. Вот смотрите, какое количество людей. Вот смотрите, зрители канала «Неврозы Мегаполиса», видите, сколько их? Это реально. Это более чем реально, потому что это просто испуг, спасибо, от незнания. Это просто испуг. И если вы, вот внимательно сейчас меня послушайте, научитесь понимать душой, что я не умру, это просто дискомфортно, ребят, вот кто написал сейчас «я», поставьте восклицательный знак, если вы поддерживаете тот тезис, который я сейчас говорю. Если вы душой поверите, что это не опасно, и просто начнете с этим сталкиваться и проживете, у вас этого не будет больше. Вот вам эмпирическое доказательство. Вот и все, что надо делать. Зачем за это платить деньги? И вот, спасибо большое. И вот этот момент очень важен. Надо поверить, что вегетатика и паника не опасна. И наоборот, системно с этим сталкиваться. Ну, собственно говоря, я закончил основной посыл, который я хотел донести. Терапия неврозов очень обширна. Завтра мы будем говорить о внутренних конфликтах. Существует 4 внутренних конфликта, о которых я говорю уже более 6 лет, да, но завтра я буду разбирать каждый из них отдельно, приводить примеры решения внутренних конфликтов, истерического, неврастенического, обсессивно-психостенического, как это на практике бывает, как это на практике в реальной жизни решается, почему люди попадают в такие внутренние конфликты и какие ошибки этому способствуют. Также мы разберем тему вторичной выгоды симптома. Есть 3 функции симптоматики невротических фобий. И будем говорить о том, как это понимать и как с этим работать. Это завтра, закрытый вебинар. Если кому интересно, рекомендую на него прийти. Еще 2,5-3 часа мы будем этим завтра заниматься. Очень детально, очень подробно. Группа будет маленькая, потому что вебинар не дешевый. И я думаю, что эта маленькая группа сможет задать много вопросов. Ну а мы с вами продолжаем. 4-й смешанный. Все верно. Итак, я рассказал новичкам YouTube и новичкам, кто присутствует на вебинаре, о том, что такое паническая атака, ВСД в целом понятно? В целом концепция ясна? Супер. Но теперь мы начинаем рубрику «Пресс-конференция». Пожалуйста, я буду выбирать вопросы, которые мне кажутся наиболее актуальны, которые мне кажутся наиболее частыми, я буду игнорировать вопрос, что со мной, как быть и так далее. И я буду останавливать чат. Имейте это в виду. Сейчас я наберу некоторые вопросы и остановлю. Окей. При работе с дистанционным курсом не могу подобрать ситуации и эмоции для проработки. В дистанционном курсе, который продается на сайте «Без невроза ТВ», это сборник из вебинаров и DVD-видеокурса в электронном виде с печатными методичками. Он полностью объясняет от панической атаки до когнитивной терапии. Если вам интересна работа с панической атакой, агорафобией и последующими причинами невротических реагирований, то, Булат, спасибо, что ты задал этот вопрос, то для всех участников сегодняшнего вебинара, этот самый DVD-курс, который стоит 4500, значит, есть еще 2 вебинара «Стрессоустойчивость и самооценка», они очень практические, по когнитивной терапии непосредственно. Я принял решение
всем тем, кто сегодня участвует на вебинаре, во-первых, завтра подарить, кто придет на завтрашний вебинар, подарить завтра вебинар по самооценке и стрессоустойчивости, который стоит 400. То есть, оплачивая завтрашний вебинар по внутренним конфликтам, вы получите не только завтрашний вебинар по внутренним конфликтам, но и получите еще два вебинара по самооценке и стрессоустойчивости. Это тем, кто завтра придет, ну, кто придет на завтрашний семинар, вебинар. А всем ребятам сегодня, Булат, я сейчас отвечу на твой вопрос, я принял решение вас ознакомить со своим видеокурсом, в который входит еще 12 видео-вебинаров, и я принял решение, что в течение сегодняшнего и завтрашнего дня этот видеокурс, который стоил 3500, стоит для вас, 4500, стоит для вас 3500. И это можно, это целый видеосборник, это видеокурс из DVD и... сейчас. Там DVD-курсы 12 вебинаров. Соответственно, у вас есть возможность за сумму, которая стоит меньше моего личного консультирования часа, приобрести за 3500 полный сборник вебинаров и полный сборник DVD-курса с печатными методичками. Стоит он 3500, уже продается на сайте в разделе «Материалы для самостоятельной работы». Ой, простите, в разделе «Оплата услуг». Вот в разделе «Оплата услуг» он уже собран, вы можете в течение 2 дней этим воспользоваться. Значит, туда входит 12 вебинаров от работы с симптоматикой, ОКР, темы семейные, сексуальные, отсутствие оргазмов, депрессии. Плюс еще вебинар, плюс еще сам видеокурс с печатными методичками. Это понятно? Окей. Поэтому сайт «Без невроза ТВ», раздел «Оплата услуг». Пожалуйста, милости просим. За 3500 купите себе 40 часов материала, который будете изучать еще месяц, наверное. Булат, возвращаюсь к тебе. Приобретая видеокурс, вы получаете печатные методички вместе с большим количеством видеоматериала. Ситуацию здесь не надо подбирать. Здесь ты, Булат, хватаешься за ситуацию, в которой ты испытал определенное эмоциональное состояние. Например, тревогу, злость, гнев, раздражение и так далее. Ты прописываешь в своих рабочих тетрадях ситуацию. Ну, например, ехал в метро, наступили на ногу, разозлился. Автоматические мысли. Он не должен был так поступать. Он должен был извиниться. Это неправильно. Что за люди такие? Сколько можно? Рациональный ответ. Было бы неплохо, если бы мне не наступали на ногу. Но я прекрасно понимаю, что я еду в метро, где люди бывают разные. Может быть, он не увидел. Может быть, он оступился. Может быть, у него температура. Может быть, он пьян. Да, действительно, это неприятно. И было бы неплохо, если бы он извинился. Но от того, что он не извинился, я от этого не разрушусь. Я продолжу ехать дальше, не обращу на это внимания. Примерно понял? Идем дальше. Алексей, подскажите, пожалуйста, есть ли проблемы тревожных расстройств? Алексей, подскажите, пожалуйста, есть ли проблемы тревожных расстройств решаемы? Почему тогда на той же Википедии сказано, что это расстройство хроническое, часто приводящее к инвалидизации и на других врачебных сайтах также. Да, и многие врачи-психиатры говорят, что можно добиться лишь ремиссии. Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, отвечаю. Я не знаю, где вы это читали, но во всех научных изданиях. И даже если вы возьмете ту же Википедию,
вы увидите, что невроз – это обратимое нервно-психическое расстройство. Обратимое нервно-психическое расстройство – это определение неврозу. Поэтому, Саш, я не очень знаю, понимаю, откуда вы это вычитали. Почему обратимое? Объясню. Потому что человек может управлять своими эмоциями и обратить пик эмоций, и обратить свой характер на менее самопоражающий, на менее самоповреждающий. Поняли? То есть ваши симптомы вегетативные, ваши симптомы эмоциональные обратимы лишь при грамотной работе со специалистом. Ребятки-котятки, неврозы обратимы расстройства только лишь тогда, когда вы занимаетесь не паническими атаками и ВСД, а невроза обратима лишь тогда, когда вы занимаетесь со специалистом по вопросу именно терапии вашего личного невроза. Ну, например, терапии вашей симбиотической связи с матерью, или вашей психотравмы, или терапии ваших убеждений и вашего мировоззрения к самому себе, где вы слишком требовательны. Поняли, котята? Всем поняли, что это, что такое психотерапия в этом смысле? Почему хроническое? Потому что действительно неврозы, им свойственно хронифицироваться, то есть переходить в постоянную тревогу, если вы над ними не работаете, годами. Почему склонны к инвалидизации часто приводят? Очень просто. Потому что человек, у которого есть агорафобия, или человек, у которого есть постоянные сомнения за здоровье, он далеко не ходит, он не летает на самолетах отдыхать. Он ходит только с мамой и с папой. Он ограничен. Инвалидизация, в переводе с латыни, означает ограниченность. Соответственно, вот вам и ответ. Но это не расстройство, которое не лечится. По поводу ремиссии. Здесь вы кое-что перепутали. Ремиссии – это не неврозы. Я испытывал свои панические атаки в 2007 году. У меня никаких панических атак, никаких кардиофобий нету. Здесь 111 человек. У них у всех были когда-то панические атаки, агорафобии. У них их нету. Да, возможно, у них есть продолжение своего работы над своим характером, но это не ремиссия, это просто течение терапии невроза. Потому что, Саш, смотри сюда. Можно, в принципе, терапию невроза нарисовать примерно вот так. Смотри, видно? Вот у тебя была какая-то жизнь, потом начался пик невротического напряжения, и он был вот таким. Твои паники там были, видишь, да? Потом ты начала работать с паническими атаками, и у тебя все стало вот так. Потом ты стала посещать психотерапевта, и у тебя потихонечку... Вот оно вот так вот и происходит. То есть на самом деле это не ремиссия, это просто жизнь и работа с человеком, потому что пики панических атак и пик инвалидизации был в этот период жизни. Мы с ним справились. А дальше мы просто работаем над тем, что человек, работая над собой, плавно снижает уровень своего напряжения. Это понятно? Поэтому я отчасти согласен с тем тезисом, который ты написал, отчасти нет. Как определить, что вызвало паническую атаку? Очень просто. Паническую атаку может вызвать только твой испуг, а не что-то в организме. Паническая атака – это не приступ, который от тебя независим. Запомни, пожалуйста. Паническую атаку можешь создать только ты сам своим испугом. Отсюда ответ. Чтобы не было панической атаки, надо всего лишь навсего не пугаться и не терзать себя сомнениями о том, что я сейчас могу умереть. Ясно? Приходят очень философские мысли временами экзистенциального характера, пугающие, которые сложно остановить. Связано с ОКР? Я не знаю, связано ли это с ОКР лично у вас. Но я могу так сказать, что проблема пугающих мыслей очень актуальна. Большинство пациентов считают,
что мысли пугают их сами по себе. Они пугающие. Значит, ребята, запоминайте, пожалуйста. Не бывает в организме мыслей, которые являются пугающими. Вот если я сейчас посмотрю на этот фон и подумаю, я просто озвучиваю вслух эти мысли, окей? А вдруг этот фон сейчас упадет, и это будет, допустим, там, он меня сожрет, этот фон, ну, предположим. А, понимаете, если я сейчас к этим мыслям отнесусь тревожно, со словами «Ой, а почему я об этом подумал? Какой это бред? Что мне бред какой-то в голову лезет? К чему бы это, да? А почему я об этом подумал?» То есть, если я эти мысли начну осуждать, если я эти мысли начну определять как диагностичные, если я этих мыслей начну бояться, если я к этим мыслям начну относиться очень тревожно, то я испытаю тревогу и посчитаю, что эти мысли какие-то характеризующие. Таких быть мыслей не должно. Окей? Соответственно, вот это моменты надо понимать. Что не бывает тревожных мыслей экзистенциального характера и пугающего. Мысли о смысле жизни, мысли о смерти, о безвыходности и безысходности являются естественными мыслями, внимание, думающего человека. Естественными мыслями думающего человека. А вот когда этот думающий человек начинает к этим мыслям относиться тревожно, вот тогда возникает тревожное состояние. Ага, ясно? Каждую ситуацию, где есть напряжение, каждую ли ситуацию, где есть напряжение, обязательно прописывать в дневнике, если многие из них успевают разработать устно? Спрашивает Юлия. Да, Юлия, если вы начали заниматься когнитивной терапией, то каждую ситуацию, где есть напряжение, вы обязаны прописать в своей рабочей таблице, которая у вас имеется на руках. Опять же, ребят, эти таблицы есть в DVD-курсе, который только в течение 2 дней вы можете приобрести за 3500 на сайте Безневроза ТВ в разделе «Оплата услуг». Имейте это в виду. Да? Соответственно, либо посетив наше занятие. Поэтому, Юль, да, действительно, это надо прописывать. Сейчас объясню, почему. Значит, смотри, почему. Разработка рационального мышления – это привычка. Привычка заключается в том, что ты должна научиться видеть то, как ты мыслишь в этих всех ситуациях сначала иррационально. А затем ручкой на бумаге прописать рациональный ответ, даже если он для тебя уже достаточно типичен, да? Даже если он для тебя достаточно уже разобран, все равно ты должна взять себя в руки и прописать это на бумаге. В течение 2-3 месяцев это надо делать. Дальше идем. Есть ли какие-нибудь методики по борьбе с прокрастинацией? Прокрастинация – это бездействие. Я хотел бы изменить... Сейчас, секундочку. Я хотел бы изменить некоторые аспекты своей жизни. Знаю, что именно хочу изменить, знаю, как это сделать, но так и не начинаю делать или делаю, но быстро бросаю. Я с детства очень неуверенный в себе человек и всегда боюсь, что какое-либо начинание закончится провалом. Спасибо, спрашивает Александр. Спасибо, Александр, за ваш вопрос. Он действительно очень популярен. И он действительно очень важен. Суть заключается в том, что прокрастинация или бездействие – это стратегия как раз не столкнуться с провалом, не столкнуться с неудачей, потому что если вы с этим столкнетесь, вы не знаете, как вы это выдержите. Поняли? Если Александр бы умел объективно и рационально переживать и проживать неудачи, негативное мнение о нем,
Если бы Александр умел переживать ошибки, он бы не бездействовал. Поэтому, Саш, ответ на ваш вопрос заключается в следующем. Вам надо заниматься с когнитивно-поведенческим психотерапевтом, со специалистом, целью которых занятий будет научение вас не бояться ошибок, развить в себе уверенность, поднять самооценку и развить в себе эти навыки. Тогда ваша прокрастинация будет вам не нужна. Рекомендую прийти завтра на вебинар, потому что вы, во-первых, получите много интересных знаний про внутренние противоречия, а это, судя по всему, ваша история. И второе, вы получите бесплатный вебинар по самооценке и стрессоустойчивости, который еще на 10 часов. И вы с помощью этих материалов уже можете существенно продвинуться в сути вашей проблемы неуверенности в себе. Поэтому завтра за 2500 вы можете получить огромное количество бесплатного материала дополнительно, помимо еще одного вебинара. Имейте это в виду. Спасибо вам за вопрос, он очень важен. Марат спрашивает. Где это? Как выцепить настоящие автоматические мысли? Не получается их явно определить во время ситуации. Приходится додумывать их, чтобы что-то прорабатывать. Да, действительно, иногда бывает непросто выявлять автоматические мысли на первом этапе терапии. Для того, чтобы выявить автоматические мысли самому, нужно понять следующую историю о том, что ученые уже провели многочисленные исследования. Марат, да, слышишь меня? И они уже за вас сформулировали те основные мыслительные потоки, автоматические, да, которые у вас в голове пролетают, которые мы делим на 7 убеждений. Должествование, оценочное суждение, катастрофизация, перфекционизм, сильные мысли, невосприятие дискомфорта, обобщение. Вы должны просто принять за догму, что я в ситуациях, в которых я испытываю определенные эмоции, определенное поведение, по умолчанию как-то эта семерка пролетает у меня в голове. Но в лучшем случае первые 4. Поэтому выцепить их можно только тогда, когда ты задашь вопрос, а как бы я мог подумать в этой ситуации? Или как, скорее всего, я подумал? Как правило, Марат, должествование особо выцеплять не нужно. Потому что когда ты разозрился, у тебя 100% идет убеждение, такого быть не должно, он так не должен. Или когда у тебя идет стыд и вина, у тебя 100% очень быстро в голову полезет история, я так не должен, я не должен так делать, я должен делать по-другому. То есть, Марат, должествование, поверь мне, выцепить, как ты говоришь, вообще не сложно. Оценочное суждение «я не должен, иначе я плохой» тоже выцепить несложно. «Она не должна, иначе она там шалава последняя» тоже несложно выцепить. «Кассир должна работать по-другому, иначе она не права» тоже несложно выцепить. Перфекционизм, Марат. Перфекционизм тоже несложно выцепить. У меня все должно получаться идеально. Все должно получаться с первого раза. Это тоже выцепить вообще несложно. Понимаешь? Поэтому здесь надо просто понять для себя, что по большому счету эти вещи несложно выцепляются. Абсолютно несложно. И нет здесь ничего тяжелого. Моя рекомендация тебе, Марат, постарайся концентрироваться не на 7 убеждениях, а на 4. Окей? Значит, ребятки, котятки, кому нужна практика по ведению таблиц, вебинар «Стрессоустойчивость» 5 часов. Там очень подробно разобрана вся эта семерка. Согласны, кто смотрел вебинар? Там эта семерка разобрана. И там эта семерка разобрана в том, как это сначала у вас в голове происходит, а потом разобрано то, как это поменять. Поэтому, если вы практикуете когнитивную терапию самостоятельно, я вам рекомендую приобрести вебинар «Стрессоустойчивость». Но для вашей экономии просто тупо придите завтра на вебинар по внутренним конфликтам
и вы сэкономите 3000 рублей, потому что вы в подарок получите вебинар по стрессоустойчивости. Ну, чисто для экономии ваших денег. Завтрашний вебинар стоит 2500, а вебинар по стрессоустойчивости и самооценке стоит 4100. Соответственно, если вы сегодня оплатите 2500 и придете на завтрашний вебинар, вы получите и завтрашние темы, плюс еще практические вебинары. Поэтому я вам рекомендую воспользоваться этой возможностью. Дальше идем. Куда-то улетело. Вика спрашивает, как дисциплинировать себя для регулярного ведения таблиц выполнения упражнений? Тоже, Вика, популярный вопрос. Здесь вопрос заключается в том, что является мотивацией к изменениям. Если у человека отсутствует мотивация и образуется лень по ведению таблиц и работе над своим мышлением, то он, скорее всего, низко дисциплинирован и низко мотивирован. Потому что на самом деле человек, который действительно хотел бы многое изменить и действительно принял для себя решение добиться своих целей и определенных результатов в жизни, он будет это делать. Я поясню, Вика, представь себе, что ты пришла в тренажерный зал, и ты говоришь, я хочу сделать свою фигуру на лето вот такой, которой я мечтала, и это возможно. Тренер говорит, да, это возможно, надо, чтобы ты ходила каждый день и кушала определенные продукты в таких-то пропорциях. И ты потом приходишь такая домой, открываешь холодильник, достаешь сгущенку, начинаешь ее хавать со словами, ну, у меня не хватает дисциплинированности. Ответ здесь очень простой. Ты просто не очень-то сильно хочешь сделать свою фигуру такой, как ты всегда мечтала. Второй ответ заключается в том, что ты хочешь, но не готова преодолевать дискомфорт и не готова преодолевать усилия. Поэтому запомните, любые изменения идут только с помощью работы над собой и с помощью зоны дискомфорта. Писать дневники по вечерам – это не всегда комфортно. Есть маленькое количество углеводов, исключить сладкое – это дискомфортно. Идти на тренировку, когда все идут тусоваться – это дискомфортно. Идти в тренажерный зал выполнять кардио, когда у вас дождь, снег и слякоть – это дискомфортно. Остановить себя в моменте, когда вас тащит эмоционально, закричать, поругаться, разозлиться – согласитесь, это дискомфортно. Помните эту фишку, да? Что дискомфортно остановить себя, когда вас тащит эмоционально. Но только если вы будете способны это делать, тогда вы будете способны добиться реальных результатов. И изменить не только себя, но и людей вокруг себя, а может быть даже и ваш город, вашу страну. Не могу принять себя. Есть то, что нельзя изменить. Не очень понял. Опасна ли паническая атака, если врачи диагностировали аритмию сердца? Аритмии сердца бывают разные. Экстрасистолы тоже называются косметическими аритмиями с точки зрения медицины. Но опять же, если врачи диагностировали аритмию, надо задаться вопросом каким? Понимаешь, пароксизмальная тахикардия, это синусовая тахикардия в период беспокойства, тоже является аритмией. Поэтому, но это не опасно никак. Опасные аритмии, когда кардиологами на кардиографе или на мониторинге по Холтеру диагностированы действительно серьезные аритмии, где пульс действительно имеет специфическую ритмику. Поэтому первая надежда вам, вопрос вашим кардиологам, это вопрос, насколько эти аритмии, и вообще что это за аритмии. Может быть, они имели в виду обычную синусовую тахикардию. Вот и все. Поэтому, скорее всего, в вашем случае, если были какие-то опасные аритмии, вам бы об этом сказали, и вам бы назначили препараты, которые являются именно противоаритмичными, серьезными препаратами, и так далее. Поэтому, скорее всего, в вашем случае вы просто недопоняли врачей, а врачи проявили небольшую халатность, не объяснив, что это за аритмия.
Скажите, пожалуйста, возникает напряжение перед знакомыми людьми. Страх, чтобы они не узнали, не заметили мое странное поведение, так как раньше они меня знали совершенно другой. Из-за того начинается навязчивое, как быть плохо. Да, Настя, действительно, многим нашим клиентам свойственно зажиматься, свойственно напрягаться, потому что, попадая в общественное место, они начинают думать о том, что сейчас все увидят этого человека, увидят, как ему страшно, как ему неприятно, да, и начнется какая-то проблема. В частности, например, начнется история про то, что все увидят, как ей плохо, страшно и так далее. Поэтому запомните, чтобы с этой проблемой справиться, вы должны разрешить себе допущение о том, что вы можете выглядеть глупо, что вы можете выглядеть нелепо, что вы можете выглядеть как-то странно. Это первое. Второе. Вам надо объяснить себе, что вы не знаете, что думают все люди вокруг вас. Но вы не бабка Ванга, вы не в курсе. Это вы так думаете, вы этого боитесь. И сделать вывод следующий. Я путаю собственные мысли с мыслями окружающих. Второе. Вы должны четко для себя понять, что а почему я в том, что кто-то подумает обо мне плохо, вижу такую катастрофу? Почему я так катастрофизирую негативные мысли обо мне? Ответ. Потому что у меня есть убеждение, что они не должны так подумать, иначе это доказывает, что я плохая. Поэтому, Настя, вам надо заниматься непосредственно в философски, когнитивном направлении. Под мишенью я должна понять, почему я так не разрешаю самой себе, что обо мне кто-то подумает плохо. Кому-то я покажусь странный. И вот если вы с этим справитесь, вы опять же сможете справиться со всем остальным. Потому что алгоритм, Настя, у вас выглядит так. Смотрите внимательно. Ребят, интересно вообще, ну, въезжаете в то, что я говорю вообще? Ну, как бы нормально? Окей. Потому что алгоритм выглядит так. Вы приходите в какое-то публичное место, и у вас уже возникают мысли. Мысли какие? Мысли такие. А вдруг сейчас мне станет плохо? А вдруг мне станет дискомфортно? А вдруг они это увидят? Так? И вот тут начинается вся проблема. Что? А вдруг они это увидят? Вызывает у вас напряжение. Вы испытываете напряжение и говорит, блин, они сейчас точно увидят. Поэтому ответ опять же тот же, да, если вы сможете с помощью когнитивной терапии и с помощью принятий, а действительно ли я плохая, если кто-то что-то подумает, сможете это отпустить, то вашего напряжения больше не будет. Привет. Бывают напряжения, когда я хочу предложить каталог на Replay незнакомым людям, пригласить их на работу. Как справиться с напряжением и страхом? Спасибо за скрытую рекламу. Но суть заключается в следующем, что опять же, что бы ты ни делал, хоть анальную пробку предлагая на улице в ходе в метро, силиконовую с новым силиконом, которая значит такая-то и такая-то, это не важно. Что ты предлагаешь? Или большой разницы, наверное, нет, но тем не менее. Суть заключается в том, что ты испытываешь определенное напряжение, когда ты предлагаешь какой-то товар или услугу, потому что ты боишься каких-то последствий, либо ты боишься того, что они о тебе подумают. Задайся вопросом, как я сейчас думаю о том, что я делаю. Либо я боюсь, что они подумают обо мне плохо, либо я думаю о том, что я выгляжу как-то странно, либо я думаю о том, что я не должен такого делать. И ты наверняка увидишь мысли, что я стесняюсь, потому что думаю, что они подумают обо мне как-то негативно.
Опять же, Артем, рекомендация такая. Научись допускать, что о тебе могут подумать, что ты полный дебил вообще со своими каталогами. И если ты сможешь с этим договориться внутри себя, у тебя никогда не будет больше с этим проблем. Дальше идем. Нужно ли перечитывать, анализировать записи когнитивно-поведенческого дневника, делать по ним заметки, выдержки, шпаргалки, каким-то моментом важным. Евгений. Ну, в принципе, да, ты можешь этим заниматься, если у тебя на это есть время и желание, в этом нет никаких проблем, да. Суть заключается в том, что суть когнитивного дневника – это не волшебство. Суть когнитивного дневника – это, понимаешь, когда ты пишешь на бумаге автоматические мысли, рациональный ответ, весь твой мозг концентрируется только на этом. Это осознается более полно, делаются аналитические выводы. Когда ты это гоняешь в голове, внимание к этим мыслям примерно процентов 15 от способности головного мозга концентрироваться. Поэтому все когнитивные философские изыскания, все когнитивные навыки, конечно, лучше выписывать и диспутировать на бумаге, потому что это очень полно ложится в голову, и мозг лучше воспринимает. Ну а шпаргалки, какие-то выводы, размышлять письменно тоже хорошо. Если страх безадресный, не зная, что вызвало, как определить, что именно? Иван. Значит, Иван, запоминайте и все остальные, что есть два типа эмоциональных нарушений. Это фобия и тревога. Она же фобия. Значит, запомните одну простую вещь. Фобия, она всегда конкретна. И это страх. Фе. Да? Это конкретика. Например, я боюсь умереть от сердца. Я слежу за сердцем. Я контролирую сердце. Это кардиофобия. Я боюсь закрытых пространств, потому что я там задохнусь, умру, и я их не посещаю. Это клаустрофобия. Я боюсь летать на самолетах, потому что это аэрофобия. И прочие, прочие другие, ребятки. Я боюсь передвигаться на улице, потому что я боюсь потеряться, потерять над собой контроль, умереть, не успеть добежать домой. Это агорафобия. От незнания, глупого незнания просто. Соответственно, запоминайте, Иван и все остальные, когда вы боитесь чего-то конкретного, это фобия, это страх. И технология работы со страхом, она всегда в реальности. Вы контактируете в реальности с объектом страха, выдерживая это. А вот есть такая проблема, которая называется anxiety или тревога, которая всегда, внимание, всегда неосознанно, в отличие от страха, тревога всегда размыта. Она размыта, как дерьмо по унитазу, простите за простоту выражений, и вы не понимаете, что конкретно вас тревожит. Она размыта, во-первых, раз. Во-вторых, она прячется в зоне не всегда осознанности. Поэтому есть такое на Руси выражение «кошки скребутся на душе». Помните? Вы суетитесь, вы напряжены, вы тревожны, но вы не понимаете, почему и, блин, по какому поводу. Согласны же? И третий нюанс тревоги. Тревога всегда размыта, раз, неосознанно ее сферы, два. И самое главное, подсказка, тревога всегда направлена в будущее. То есть, Иван, тревога всегда направленная в будущее. То есть, если сказать более простым языком, люди испытывают тревогу по вопросам каким-то из будущего. А страх всегда из конкретики. Он тоже может быть связан с будущим. Например, если я сейчас пойду на улицу, я могу умереть. Но все равно вы это сейчас думаете. И вы сейчас это обдумываете, и вы сейчас этого боитесь. А тревога
Это ситуация, где вы говорите, да я ни о чем не думаю, просто мне херово. Мне просто тревожно, потому что обстоятельства жизни, которые вы обдумываете как на будущее небезопасными, на будущее нерешенными, на будущее угрожающими, они у вас скрыты в части психики, и вы этого не осознаете. Поэтому терапия тревожных расстройств и фобических расстройств в корне отличается, как и депрессивных. Это понятно? И когда люди, коллеги, мешают в куче тревожно-фобические расстройства, работая примерно одинаково, это ошибка и неправильно. Дальше. Как доказать себе, что ты ничем не хуже и не лучше других? А зачем здесь требуются доказательства? Это не доказательства, это тезис априори верен. Верен, потому что этот тезис доказывать не нужно. 7000 людей, все люди разные. И нету понятия лучше, хуже. Просто все люди разные. Замени термин «доказательство хуже-лучше» на то, как понять, что все люди разные. И будет тебе очень быстрый ответ в голове. Я не лучше и не хуже, просто все мы разные. Он не лучше и не хуже, просто все мы разные. Говорить о лучше-хуже можно только в рамках спорта. Вот, например, Олимпиада или любые соревнования. Например, бегут 10 легкоатлетов, 100 метров. И здесь есть хотя бы критерии. Кто первый прибежал, тот условно и лучше. Но в жизни таких критериев нету, и они у всех очень разные. Понимаешь, мы не можем сказать, вот я тебе могу сказать по своему опыту, я знаю людей с очень большими деньгами, но как люди, они, мягко говоря, не очень. Я знаю людей, у которых все с финансами очень печально. Но они уникальные люди, и они великолепные собеседники, и великолепные открытые души люди. Есть девушки определенного финансового там, и статуса, и так далее, но как и внешности. Но как человек она ну, абсолютно скучна, деревянна, примитивна и неинтересна. А есть девчонка, которая работает на соседней кассе в Макдональдсе, абсолютной средней внешности, но она настолько интересна, она настолько приятна и настолько искренне, что она ни с кем не сравнится. Поэтому, понимаешь, также в психотерапии есть там, мои коллеги, которые правильно что-то говорят и правильно что-то делают, но как люди поступают очень низко, подло и мерзко. А есть люди, которые по-другому делают. Поэтому нету понятия лучше, хуже и так далее. Ясно? И здесь надо понимать, что эти шкалы – это лишь твоя иллюзия. Так, много вопросов, как выбирать. Ух, не знаю даже. Я не могу принять самостоятельное решение. Мне всегда нужна поддержка штанов, потому что я боюсь осуждения, что мне скажут Марина, ты лошара. Ну да, мы уже это обсуждали. Судя по всему, Марин, есть проблема с самооценкой. Запомните, ни одна девушка, ни один мужчина не будет нуждаться в поддержке штанов, в кавычках, и не будет бояться осуждения, что ей скажут Марина, ты лошара, если у нее нету поврежденной самооценки. Поврежденная самооценка всегда выплывает из отношений с отцом. Поэтому я вам, Марин, рекомендую прийти завтра на вебинар, получить вместе с этим билетом вебинар по самооценке и стрессоустойчивости и еще раз завтра проработать тему внутренние конфликты и потом смотреть еще дополнительно 10 часов вебинара, да, собственно говоря, это понятно? Потому что тема самооценки и будет являться мишенью вашей терапии. Здесь нет, Марин, какого-то упражнения, как эта самооценка бац и вырастает. Я со своими клиентами с проблемой с самооценкой
работаю, ну, 2-6 месяцев. И мы видим результаты. Ну, иногда 1-6 месяцев, и мы видим результаты. Но все равно это работа. Кстати говоря, по поводу работы. Если кому интересно, в апреле месяце, даже, скорее всего, уже в конце марта со следующей недели, у меня будут несколько мест на личные занятия в скайпе. Поэтому март-апрель скайп будет. Кто хочет заниматься лично по скайпу, есть места, но только в первой половине дня, где-то с 9 до часу. Поэтому, если хотите, милости просим, пишите ВКонтакте заявки. Дальше. Алексей, то есть выходит, если панической атаки уже нет, но иногда бывает мышечное напряжение, от которого некомфортно и немного лезут мысли, пугают, то что просто эти моменты принимать? Саш, ты знаешь, если у тебя нет панической атаки, это еще ни о чем не говорит. Понимаешь, вот, зайка, ты, я не знаю, ты мальчик, девочка, в чем проблема? Проблема в том, что если у тебя нет панических атак, это говорит о том, что ты просто поняла, что они не опасны. Но ужас ситуации в том, что это не говорит о том, что ты вылечила свой невроз, грубо говоря, понимаешь? Поэтому сейчас мне ответ тебе так тебе скажу, что твое мышечное напряжение, некомфорт и некоторые мысли, которые лезут в голову, являются проявлением внутреннего напряжения. Значит, сейчас все внимательно к экрану прильните, пожалуйста. Я вам хочу еще раз показать фундаментальную схему, чтобы вы больше... Я наверняка на все вопросы не успею, потому что их дохрена очень. Да, но я хочу, чтобы вы посмотрели. Может быть, я отвечу на ваш вопрос вот таким вот образом. Итак, смотрите. У вас есть определенные сферы жизни, в которых у вас возникает напряжение. Вот эта ракушечка – это напряжение. Окей? Итак, у вас есть напряжение. Это не осознается. Отчеркнули. Вы это не осознаете. Вдруг в какой-то момент времени у вас это напряжение, я об этом говорил уже сотню раз, но я буду повторять. Но это напряжение будет выходить телесно, эмоционально и поведенчески. Кстати, тут один персонаж решил повторить эту схему. Ну, наконец-то, не прошло и 6 лет. Ну, приятно, что люди учатся, и это очень достойно. Спасибо, мне приятно, и рад, что вы наконец-то стали это понимать, коллеги. Значит, да, смотрите, есть напряжение. Телесное проявление – это вегетатика. Эмоциональное проявление – это как раз то, о чем спрашивает наша Саша. Это навязчивые мысли, фобии. И поведение – это определенные избегания, ритуалы, драки, срывы и так далее. Это ясно? Это понятно? Дальше что происходит? Суть заключается, Саш, в том, что панические атаки формируются примерно вот здесь. Когда у тебя возникло телесное напряжение, у тебя возникает вопрос. Смотри, какого хрена? Возникает куча катастрофических мыслей, отсюда возникает еще раз напряжение и возникает паника. Понимаешь, да? Все это поняли? У ребят с ОКР что происходит? Пришла какая-то мысль в голову. А в данном случае, смотрите сейчас внимательно, что происходит. У парня с ОКР вот эта тревога внутренняя выходит в эмоциональное состояние. Какое? Поскольку это ОКР, то мышление ОКРщиков мы завтра будем разбирать очень детально. Завтра будем разбирать детально, но быстро забегая вперед, я боюсь быть плохим. Это сублимируется в навязчивую мысль. Как бы я мог быть плохим? Ответ. Ой, а если мне пришла в голову мысль про сумасшествие? Эта мысль про сумасшествие начинает обрабатываться, и она опять вызывает напряжение.
который опять также может быть испугаться и, собственно говоря, что? Привести вас к панике. Теперь смотрите, что спрашивает наша Саша. И все остальные запомните, что вы в основном думаете, что ваша проблема, она вот такая, что у вас вдруг возникает паника, в лучшем случае, из-за тела или из-за мыслей. И Саша говорит: Лёш, ты знаешь, у меня больше паники нету. Я говорю: ну да. Она говорит: ты знаешь, я прошла какие-то курсы по паническим атакам, у меня больше паники нет. Я говорю: ну да. Но посмотри, по правде-то что-то изменилось? У тебя по-прежнему есть внутреннее напряжение, которое по-прежнему также телесно выходит. У тебя по-прежнему есть внутреннее напряжение, которое также выходит навязчивые мысли и сомнения. И есть определенное поведение. То, что тебя научили не создавать от этого напряжения панику и испуг, это даже не начало твоей зайкотерапии. Это всем понятно? Потому что ваша терапия вот здесь, где есть такое понятие, как внутренний конфликт между определенными вещами, о которых мы завтра будем говорить. И пока вы вот здесь вот не научитесь грамотно со специалистом работать, есть у вас паника или нет у вас паники, ничего не изменится в принципе. Конечно. Все верно. Нету паники, ничего не поменялось. И не поменяется, пока вот здесь зайка не поменяется. Понимаете? Всем это понятно. Кому хочется вот эту тему разобрать досконально и еще получить два важных вебинара, у вас есть еще чуть меньше суток, чтобы прийти на завтрашний вебинар. Я вам рекомендую. 12 часов. Дальше идем. Ну, пожалуйста, оплачивайте вебинар на сайте, и вам на почту пришлют ссылку. И идем дальше. Идем дальше. Лёш, расскажи, пожалуйста, как восстановить физическую форму. До проявления невроза она была на 5 баллов. Сейчас сложно пробежать и 200 метров. Юлия спрашивает. Хороший вопрос, актуальный. Значит, ребят, есть одна ошибка, поскольку у нас тема сегодня какая? Тема исправления ошибок же, да? Суть заключается в следующем. Значит, запоминайте, пожалуйста. Вы считаете во многом, что у вас вы были абсолютно здоровы, а потом вы заболели неврозом, который истощил вашу систему или который способен что-то истощить, так? Потому что вы привыкли мыслить следующим образом. Ребят, послушайте. Вы привыкли мыслить таким образом, что я заболела гриппом, и есть инфекция, которая определенным образом паразитирует в организме, выделяя определенные проблемы, да, и у меня такая хрень. Значит, запоминайте одну простую вещь, что невроз – это не инфекция. Невроз – это не болезнь. Вы не заболели неврозом в тот момент, когда у вас начались симптомы. Всем понятно? Еще раз записывайте или запоминайте. Вы не заболели неврозом в тот момент, когда у вас начались симптомы. Есть кто-то из продвинутых ребят, кто знает мою следующую фразу, какую я скажу? Вы не заболели неврозом, когда у вас начались симптомы. Объясняю. Вы имеете невротическое расстройство в виде отношения к себе или к окружающим уже с 7 лет вашего долбанного возраста. Уже с 7 лет у вас есть определенное отношение и к себе, и к окружающим. И уже есть какая-то стратегия жить. Это и есть невроз.
У нас есть две категории людей на планете. Либо невротики, которые считают себя инопланетянами и разговаривают с Меркурием. Либо есть, ой, простите, психотики, которые разговаривают с инопланетянами. Либо есть невротики. Я невротик, вы все невротики. Разница между нами не в том, что я выздоровел, я не выздоравливал там-тарарам. И вы никто не можете выздороветь. И вы никто не можете заболеть неврозом. Вы можете только лишь актуализировать эмоциональное беспокойство по важным для вас вопросам. Это понятно раз и навсегда. Нельзя вылечиться от невроза. Нельзя вылечиться, заболеть неврозом и вылечиться. Можно только лишь актуализировать беспокойство. Важное для вас. Я актуализировал беспокойство собственное в 2007 году, когда работал в ресторанах. И я с этим актуализированным беспокойством справился с помощью работы над собой. И сейчас я помогаю другим людям, у которых актуализировалось беспокойство невротическое, с этим справиться. И Б, больше этого не допускать, такой актуализации. Это понятно? Поэтому, когда мои клиенты... Поставьте плюсик, если вы втыкаете, что я говорю. Поэтому, когда мои клиенты говорят: «Лёша, я вот была здоровой, а теперь я заболела», это абсолютная неправда. Вы никогда не были больной, вы не заболели. У вас просто актуализировалось беспокойство, вы не больной человек. Соответственно, ответ на ваш вопрос заключается в том, что когда у вас беспокойство было не сильно актуализировано, что происходило? Вы не испытывали такого рода напряжения. Как только беспокойство по какому-то поводу актуализировалось, вы стали сосредотачиваться на своем беспокойстве, ваш организм стал напряженным, вы потеряли аппетит, сон, вы в тревоге. Ребятки-котятки, у вас когда-нибудь кошка и собака болела? Если вы помните, как болеет животное, то вы помните, что животное в стрессе не ест. Вы когда-нибудь перевозили животное в другой город, подвергали животное стрессу? Например, даже поездка в ветеринарку, ту же самую несчастную. Порой даже стрижка собак – это такой некоторый стресс для первых питомцев, которых еще ни разу не стригли, да? Животные потом не едят, забитый в угол. Почему? Потому что мы с вами часть животного мира. Животное в стрессе теряет работоспособность, концентрацию, память, внимательность, половую функцию и выносливость. Еще раз повторить. Животное в стрессе и человек теряет внимание, концентрацию, память, половые влечения и выносливость. Это вы поняли? Но эти дисфункции во время невротического стресса, они какие? Они обратимы. Соответственно, Юля, отвечая на ваш вопрос, суть заключается в том, что ваша задача работать в двух направлениях. Прежде всего, вам надо снизить эмоциональный градус невротической актуализации. Почему же вы актуализировали такое невротическое беспокойство, что вы теперь, вам сложно так существовать? И второй ответ. Да, действительно, запоминайте, что спортивная нагрузка во время актуализированного беспокойства по невротическому поводу должна быть снижена. Но она должна быть регулярной. То есть, Юль, ваша выносливость просто-напросто снизилась, поэтому ваши тренировки должны быть акцентированы на более щадящие, с большим количеством отдыха между подходами, никаких рекордов, никаких фанатизмов, с очень правильной расстановкой пульсовых зон, это примерно 130, максимум 140, и хорошим питанием.
Александр Горбунов, ты говоришь полную чушь. Ты заметил, что возникновение ВСД связано с кризисом среднего возраста. Полную херню ты написал. Возникновение вегетососудистых реакций может быть у детей от 8 до бесконечности, потому что это связано исключительно с теми обстоятельствами, в которых у людей возникает эмоциональное состояние. У тебя такая же история с вегетативной реакцией возникает на экзаменах, на свидании, во время полета на самолете, если ты редко летаешь. У тебя точно такая же вегетативная реакция возникает во многих стрессовых ситуациях. По поводу кризиса среднего возраста. Здесь вообще ВСД ни при чем. Если у человека в определенный возраст нету каких-то достижений, которые он считает для себя главными, если во время этого возраста человек не считает себя успешным, то, конечно, он пребывает в состоянии эмоционального кризиса. И, конечно, его вегетатика тоже дает о себе знать. Если плохо помнится детство, это говорит о том, что, скорее всего, детство было достаточно таким безэмоциональным, сухим и ровным, либо оно было таким, что лучше его не вспоминать. А есть ли связь самочувствия с метеоучувствительностью? Нет. Значит, запоминайте. Все эти байки в интернете о связи невротических расстройств и погоды, положения планет, знаков зодиака и прочих нюансов абсолютно за уши притянуты. Да, действительно, есть люди, у которых есть повышенная метеочувствительность. И есть также люди, у которых есть остеохондроз. Давайте об этом поговорим. Давайте возьмем метеочувствительность и остеохондроз как два важных момента. Давайте для дискуссии. Значит, смотрите. Попробуйте сейчас меня послушать очень внимательно. Что такое метеочувствительность и что такое остеохондроз, и как тут вообще неврозы рядом пляшут. Чтобы вы в интернете объяснили этим деятелям, у которых ВСД и остеохондроз – это одно и то же, и невротические расстройства туда приплюсовываются, ну и так далее. Значит, слушайте внимательно. Есть люди, у которых есть метеочувствительность по тем или иным причинам. Это связано со старческой инволюцией, с переломами, там, с какими-то особенностями физиологии. И есть люди, у которых есть остеохондроз. Ввиду гиподинамии, ввиду дегенеративных изменений в хрящах. Значит, смотрите, что происходит. Подождите. Суть заключается в том, что метеочувствительность сама по себе к неврозу вообще никакого отношения не имеет. Это просто тупо метеочувствительность. Человек просто тупо реагирует на погоду вялостью, слабостью, артериальным давлением. То же самое касается магнитных бурь. Это вообще никак к неврозу не имеет никакого отношения. Хотите, я вам просто пример приведу. Вот смотрите, и к остеохондрозу уж тоже точно. Остеохондроз – это просто история про что? Про то, что есть определенные проблемы в хрящах позвоночника, позвонков, где есть компрессия либо вестибральных артерий, которые нарушают гемодинамику, либо есть компрессия отростков позвоночника, которые начинают эрозировать в разные отделы тела, создавая таким образом боль и дискомфорт. Окей? Как эрозирование нервов и как метеочувствительность не очень оригинальные люди в интернете связывают? Значит, смотрите, что такое невроз? Невроз – это эмоциональное состояние ввиду актуализировавшихся жизненных сложностей, которые для человека становятся сверхценными. Предположим, у нас есть клиентка Зина. Представили себе, ребят, напишите плюсик, если вы следите за тем, что я говорю. Представили себе, что у нас есть клиентка Зина. Отлично. У этой Зины есть муж, с которым она хочет развестись, потому что она поняла, что он уже не тот, и вообще ей плохо живется. Либо второй вариант. У Зины есть работа,
на которой ей не нравится работать, и она хочет уволиться. Но беда в том, что Зине идти некуда. И она уйти от мужа не может, потому что боится, а вдруг я останусь одна, и вдруг я никого больше не найду. Или, например, эта Зина говорит, я не могу уволиться, потому что денег платят хорошо, а вдруг я не найду новую работу, и все будет плохо. И Зина не уходит ни от мужа, не уходит с работы. Этот пример понятен? У этой Зины из-за вот этого хронического напряжения возникает внутреннее напряжение. Вот это. У этой Зины началось вот это. Потому что она либо с мужем, либо с работой не может принять решение. У Зины проявляется это телесно, эмоционально и поведенчески. Каким образом тут погода связана, можете мне объяснить? Что за маразм про погоду-то? То же самое, причем тут ее позвоночник вообще. Просто люди не очень не очень интеллектуально понимающие суть неврозологии, знают, что у метеочувствительности и у остеохондроза есть определенное проявление. Нет, вегетативное напряжение не усиливается. Ты очень сильно заблуждаешься, отвечу на этот вопрос. А люди знают, что у метеочувствительности и у остеохондроза есть определенные что? Тоже телесные проявления. И они просто их путают, потому что если брать остеохондроз и метеочувствительность, она вот здесь находится. Она вообще независима, согласны? Но у метеочувствительности и остеохондроза есть похожие телесные проявления. Они просто тупо, ребята, похожи. Они просто тупо похожи. Значит, теперь по поводу того, что один коллега сказал о том, что метеочувствительность, как ты сказал, номер один, повтори, пожалуйста, еще раз, чтобы я понял, что при метеочувствительности ВСД усиливается, так ты сказал? По-моему, да? По-моему, так ты сказал, да, что при метеочувствительности ВСД усиливается. Значит, смотри, что ты, почему вегетативное напряжение усиливается при смене погоды. Нет. Смотри, при смене погоды происходят определенные процессы, вообще не связанные с неврозом. И они действительно проявляются телесно. Просто телесно. А вот испугаешься ты этого или нет, это уже вопрос лично твой. Потому что если ты метеочувствительный, и изменилась погода, и тебе стало от метеочувствительности просто как-то вегетативно дискомфортно, если ты этого испугаешься, случится паника. И ты посчитаешь, что у тебя приступ создает погода. Понял, в чем ошибка? Вот это все поняли? Супер, красавчики. Но это к неврозам не имеет никакого отношения. Ребят, доступно объясняю, нормально, заходит в голову. Пролапс митрального клапана вообще никак не может усугубиться ничем. Пролапс митрального клапана – это особенность нормы анатомии, которая никак не затрагивается при паниках и неврозах. Ну здорово, я рад, что вам нравится. Я стараюсь очень доступно объяснять, так как я могу, в общем. Экстрасистолы при неврозе. Действительно, есть такой вид проблемы, где возникает у людей беспокойство по поводу дополнительного удара в виде экстрасистол. Значит, смотрите, в норме до 2000 экстрасистол в сутки может быть у человека. Как правило, у пациентов с неврозом диагностируют на мониторинге по Холтеру 300-400. Что, естественно, не выходит даже за половину нормы. Поэтому, если у вас есть жалобы на экстрасистолы, вы топаете кардиологу, вам вешают холтер, и вы ходите сутки и выполняете там определенные записи. И смотрите количество этих экстрасистол. Если это количество экстрасистол до условной нормы,
то никаких вопросов тут быть не может. Значит, в чем проблема экстрасистемы? Проблема заключается в том, что экстрасистемы сами спровоцировать ничего не могут патологического. Экстрасистемы, кто догадается, что могут спровоцировать экстрасистемы? Пожалуйста. Ну давайте сейчас без фанатизма. Экстрасистемы могут спровоцировать только кардиофобию. Конечно. Абсолютно верно. Экстрасистолы могут спровоцировать только кардиофобию, а не смерть. Вот вы уже мне нравится. Уже есть 10 людей, которые хорошо разбираются. Паша, привет, рад тебя видеть. Как там в институте дела? Так что понятно? Как переключить волнение в очереди у врача, если сидя в очереди волнуешься, так что сейчас, одну секундочку, подождите, про врача что спрашиваю. Как переключить волнение в очереди у врача, если сидя в очереди волнуешься так, что голова кружится? Алексей, отвечайте, пожалуйста, на вопросы по порядку. А то что? Настя Дзен. Что случится, если я буду отвечать на вопросы не по порядку, Настя? Вы не сможете это выдержать? Если я не буду отвечать на вопросы по порядку, вы не сможете выдержать этот дискомфорт? Или это о чем-то будет говорить? Почему для вас это так важно, чтобы я отвечал на вопросы по порядку? Психотерапия – это искусство задавать вопросы. Значит, Настя, смотрите. Во-первых, навевает на мысль ваша просьба, чтобы я отвечал по порядку на то, что, возможно, когда вы сидите в очереди у врача, у вас есть, ребятки, сейчас понятно, да, о чем я сейчас буду говорить? Вот потренируйте свою интуицию, свои профессиональные навыки. Паш, тебя касается в особенности, да? Уже начинает быть гипотеза у специалиста какая? Что человек, может быть, сидит в очереди у врача, и начинает предъявлять претензию к самой очереди. Какого хрена я сижу так долго? Почему я вообще сижу? Когда он меня примет? Сколько можно? Я не хочу это терпеть. Почему эти очереди? Но почему они? Сколько уже будет? То есть, возможно, человек сидит в очереди и предъявляет претензию к очереди или к тому, что происходит или может происходить в виде претензии. Возможно, я ошибаюсь. И Настя просто написала про очередь здесь, точнее, про это в другом смысле. Но, возможно, она сидит у врача, и она боится каких-то последствий. Может быть, она боится, что ей скажут. Может быть, она боится того, что будут делать. Может быть, она боится того, какое впечатление она будет производить. Может быть, она в целом боится каких-то обстоятельств. Поэтому, Настя, суть заключается в следующем, что надо научиться слышать. Задайте себе такой вопрос. Как я сейчас себя пугаю, сидя у врача? На какие ваши вопросы? Как я себя пугаю, сидя у врача? Настя, да? Вот вы сидите, вот смотрите, вот я летаю очень часто. Вы, видимо, кто следит за моим инстаграмом, тот знает. Я летаю часто, и вот вы садитесь в кресло самолета, или Настя сидит в ожидании приема врача, да? И у людей возникает тревога. Задайте себе вопрос, как я сейчас себя пугаю в кресле самолета, как я сейчас себя пугаю у врача? Ну, проктолога в том числе, как я себя пугаю, неважно. Да? То есть вы задаете вопрос, как я себя пугаю. И попробуйте, Настя, найти на этот вопрос ответ, каким образом вы это делаете. Что конкретно и как вы себя пугаете, понятно? Вот так вот. Давайте дальше.
Сейчас, одну секундочку, я отвечу. Итак, давайте. Может ли быть зубная боль психосоматической? Есть такие разовые случаи, действительно, но они очень редкие. Очень редкие. Скорее, это единицы из миллионов, где действительно может поднывать нерв, где может подмывать нерв, да, именно по вопросу напряжения. Но часто это связано именно с совершенно другими вопросами. Может быть, подмывает зубы из-за остеохондроза в шейном отделе, где компрессируется нерв. Может быть, застудился лицевой нерв, да, много нюансов. Поэтому я, честно сказать, редко сталкиваюсь с стоматологической болью по вопросам неврозов. Это редкость. Сейчас, подождите, пожалуйста. Санта-Мария, я не делаю выводов, пока не знаю фактов. Да, совершенно верно. Бег, безусловно, полезен как таковой, но советовать бег нельзя всем априори, потому что надо знать некоторые особенности каждого человека. Кому-то он показан, кому-то он не показан, кому-то он в кайф, кому-то он не в кайф. Понятно? Как научиться переживать дискомфорт? Это вопрос интересный, вопрос сложный, он многофакторный. И если честно, мой семинар в Москве, и в Питере, в Казани, в других городах посвящен именно этому во многом. Как научиться выдерживать дискомфорт? Я тебе так скажу. Даже если я все 30 минут сейчас буду отвечать на этот вопрос, нам не хватит времени. Потому что там целая мотивационная программа, там целая программа, которая посвящена мотивации на то, чтобы люди как раз были способны выдерживать этот дискомфорт. Зайка, я так просто тебе не отвечу. Ты знаешь что? Вот завтра будет вебинар по внутренним конфликтам. Я там буду рассказывать о том, почему люди внутренние конфликты, почему люди не могут принимать решения в своей жизни, да? Я завтра буду говорить о том, почему люди не могут принимать решения, почему они откладывают решения, с чем это связано и как научиться принимать решения, а как научиться не создавать внутренних борений и противоречий самим собой, да? Поэтому, наверное, я бы тебе еще бы завтра рекомендовал прийти, да, на вебинар и проработать эту тему. Окей. Дальше идем. Все люди невротики или в той или иной степени? Ну да, я уже об этом говорил, что мы все невротики, просто разница заключается в том, что у каждого невротика свое детство, и у каждого невротика свои болезненные точки, скажем, вот по-простому, окей? Соответственно, суть заключается в том, что у каждого человека свои больные точки, свои убеждения, свои стратегии, и есть люди, у которых череда ситуаций попадает как ключ к замку, и открывает эти больные зоны, открывает эти больные точки, и актуализируется то самое напряжение, которое потом начинает выходить телесно, эмоционально и поведенчески, и эти люди потом пугаются. Это понятно? Супер. Вот, чтобы вы просто понимали, как это обычно бывает, да? Там. Так, давайте дальше вопросы-ответы.
Как поймать мысль, триггер, который вызывает вегетативное напряжение? Мы уже об этом говорили. Этим надо заниматься. Опять же, мысль-триггер – это те самые убеждения и установки, о которых я вам так долго толдонию рассказываю. У вас есть несколько вариантов, как научиться видеть эти автоматические мысли. Опять же, есть DVD-курс, который сейчас для вас, для всех, в течение 2 дней стоит 3500. Там есть таблицы, там есть вебинары. Если хочется более глубокого материала по убеждениям, это вебинар «Стрессоустойчивость» вместе с самооценкой. Там все вот эти вот мысли-триггеры, и как они работают, собраны, и как их видеть, и как их изменять. Этот сборник стоит 400, но он идет бесплатно, если вы завтра придете на вебинар по внутренним конфликтам. Поэтому логично, даже если вам нафиг не интересна тема «Важные внутренние конфликты», приобрести билет на внутренние конфликты, не прийти на него, но получить вебинары. Соответственно, вебинары «Самооценка и стрессоустойчивость» за 2500 вместе с билетом на завтрашний вебинар, считаю, вообще-то подарок, если честно. Поэтому, понимаешь, Гульнас, тут возникает вопрос какой? Что чтобы мне тебе объяснить, как поймать мысль, мне надо либо с тобой заниматься индивидуально занятий так 3-5, либо тебе надо научиться самостоятельно с этим работать с помощью тех методичек, которые я тебе могу выслать. Либо DVD-курс, либо вебинар по стрессоустойчивости. Либо мы с тобой потратим энное время денег и времени на индивидуальную работу. Вот так просто вот тебе сказать, как, я не могу. Там целая система. Понимаешь? А лечит, все равно этот зуб подмывает. Ну, я не знаю. Я, ну, здесь не смогу как-то прокомментировать это. Лидия спрашивает, когда, принимая решение, постоянное напряжение, поняла, что это и есть мой конфликт, что мне хорошо, что за меня принимают решение, что мне не надо отвечать за финансы в семье и так далее и тому подобное. Хочу принять решение об избавлении от невроза, но не могу, потому что вторичная выгода сильнее. Что делать? Лидочка, вот как раз для таких людей, как ты, которые не умеют принимать решения, у которых есть функция, да, вторичная выгода, я делаю завтрашний большой вебинар, где мы как раз будем учиться принимать решения, где будет очень много тренингового материала, где будет очень много практического материала. Вот поэтому я завтра этот дорогой вебинар провожу. Но имей в виду, что к этой стоимости завтрашнего вебинара тебе вышлют еще 10-часовой материал по стрессоустойчивости и самооценке. И я рекомендую тебе воспользоваться такой возможностью и завтра посетить мероприятие и изучать еще дополнительный материал. Эндогенная депрессия. Что это и как лечится? Эндогенная депрессия – это депрессия внутреннего происхождения, связанная с нарушением обмена серотонина, дофамина и прочих нейромедиаторов. Она никак не лечится, кроме как фармакологически, поэтому в эндогенной депрессии показано длительное регулярное применение правильного комплекса антидепрессантов. Алексей, чувство вины и жалости к своим детям, когда приходится разлучаться с ними. Как прорабатывать? Катерина, опять примерно точно так же. Вы должны понимать, какие автоматические мысли у вас возникают во время расставания с детьми. Вы просто не замечаете, что во время расставания с детьми вы создаете определенные диафильмы или определенные мысли-образы,
которые у вас возникают в голове в этот момент, понимаете? И вы не замечаете, что вы начинаете тосковать не по самим детям, самое что прикольное, а вы начинаете тосковать потому, что вы, рисуете картину автоматически, что вы больше не расстанетесь, что вы больше не увидите, что они будут страдать, они будут переживать, они без вас не смогут, что им тяжело, что вы без них не выдержите. То есть, расставаясь с детьми, вы уже автоматически, определенным образом рисуете некие сценарии, рисуете некие продолжения и так далее, и тому подобное. Это и есть то, что создает определенную эмоцию. И если бы я был вашим консультантом, мы бы как раз бы работали именно над этим вопросом. Каким образом вы создаете свои эмоции, расставаясь с детьми? Потому что вы как-то думаете об этом, что создаете определенную картинку. Боязнь вступать в отношения с девушками, боязнь близости. Это тоже невроз или что-то другое? Но, скорее всего, ну, я думаю, что это невротический страх. А, опять же, Марат, тут надо задаться вопросом, что конкретно я боюсь, вступая в отношения и в близость с девушками. Либо я боюсь показаться каким-то смешным, либо я боюсь показаться каким-то нелепым, либо я боюсь показаться каким-то неопытным. То есть тут надо задаться вопросом, что конкретно я боюсь, вступая в связь с девушками. Алексей, что является показателем прогресса клиента в психотерапии? Может ли симптом сохранять какое-то время после изменения мировоззрения? Спасибо. Хороший вопрос. Важный. Значит, что является показателем прогресса у клиента? Существует несколько шкал и несколько профессиональных таких срезов, которых можно использовать в отслеживании эффективности психотерапии. Потому что клиент к нам пришел, он платит деньги, и клиент должен четко понимать, что является показателем эффективности. Согласны? Вот чем хороша когнитивная терапия, что эти показатели можно измерить. В отличие от психоанализа, в отличие от многих других направлений, в когнитивной терапии можно измерить. Значит, что я рекомендую и что я делаю в работе со своими клиентами. Послушайте сейчас внимательно. Значит, первый показатель эффективности заключается в том, что человек должен сначала понять искренне, что такое вообще с ним творится. То есть он должен понять, что такое ВСД, как он создает панику и так далее. На втором этапе эффективности клиент должен научиться управлять, не создавая свою панику, расширяя свою зону, если это была агорафобия. Но если говорить в целом про эффективность, то в когнитивной терапии вы никогда не проснетесь в понедельник утром, и у вас будет розовое небо, ждать этого абсолютно глупо и наивно. Запоминайте. Эффективность когнитивной терапии измеряется только взглядом назад. И очень интересно, знаете, каким чувством? Вот сейчас поставьте плюсик, кто это чувство ловил, кто со мной занимался. Вы вдруг начинаете понимать, что вы реагируете на обстоятельства сегодняшние, прямо сейчас, по-новому, что вы, у вас приходит в голову мысль, что раньше я бы в этой ситуации с мамой, с папой, на улице, я бы вообще бы взорвалась, я бы испугалась, я бы закричала, я бы не пошла. Вот, видите, сколько людей? Вот, это и есть эффективность настоящей психотерапии, где вы начинаете вдруг осознавать, вот знаете, как у меня клиенты, они занимаются. И вроде как кажется, что эффективности нету. Они ходят ко мне, ходят. Мы прорабатываем, когнитивно говорим, философские мысли поднимаем,
А потом проходит месяц-два, и она говорит, говорит: Леш, вы знаете, у меня вдруг вот как-то получилось так, что я вот меньше эмоционально там, меньше эмоционально там. Тут я вообще подумала, что это фигня, тут я решила принять решение. Как это так? Я же вот такие вот инсайтов ярких вроде как не было. Да, ярких инсайтов не было. Так это и есть изменение мировоззрения. Поняли, в чем фишка? Мировоззрение меняется очень плавно, очень структурно. Вы этого никогда не заметите. То есть вам кажется, что, знаете, вот только у глупых людей может прийти такая мысль в голову, что терапия мировоззрения, это значит, вы пришли на вебинар, у вас взяли, значит, вытащили одну плату, потом заставили, поставили другую плату, и вы пошли на улицу с новым мировоззрением, как будто вы робот, робокоп, блин. Да нет. Чтобы изменить мировоззрение, вам надо заниматься собой методично и долго. И из недели в неделю, из месяца в месяц вы будете, оно будет меняться. И вы будете, когда критическая масса, вот запомните мне, пожалуйста, сейчас мои слова, вы начнете замечать изменения. Вот, ребят, кто у меня в группе, да, занимался или лично здесь они присутствуют, как я понял. Через сколько вы начали, вот у меня, вот давайте сейчас просто эксперимент проведем. Ребята, кто у меня занимался в группах или занимается, через какое количество времени после окончания групп или личных занятий или во время вы стали оглядываться назад и стали понимать, что действительно вы реагируете по-новому? 5 месяцев после начала года, полгода, год, через 2 месяца. Месяц, полтора, 2-3 месяца, 5 месяцев. Вот видите? Я уже после дисков только поняла. Спасибо большое. 5, ну, окей. Спасибо, ребят. Значит, смотрите. Мировоззрение, вы будете видеть, как меняется ваша психика в сторону здорового невротика со временем. Но когда вы это увидите, хотите, я скажу, кто догадается, вот, давайте сейчас, мне интересно, если, ну, давайте логически подумаем, когда клиент, нет, сейчас про зомби отвечу, не про поведение, когда человек начнет чувствовать реальные изменения в отношениях, вот прямо осознавать это начнет когда? Отвечаю, это сложно догадаться. Это не то. Человек начнет ощущать, что он начинает менять отношения, когда критическая масса проработанных ситуаций в дневнике превысит определенную норму. Поняли? То есть, когда ваша критическая масса работы над собой с помощью дневников и меня превысит определенное количество изменений, вот тогда вы это и начнете ярко ощущать. Все это поняли? Почему я вас всех заставляю, кричу на вас постоянно, что надо дневники вести и ругаю? Потому что я знаю, что пока мы не достигнем критической массы в определенных, сферах когнитивного постоянства, у вас эта критическая масса долбанная не накопится, и вы не испытаете того облегчения. Всем поняли это, да? Пожалуйста. Поэтому очень важно накапливать в себе критическую массу работы над ошибками. Что такое работа над ошибками? Непонятно с критической массой? Сейчас объясню. Критическая масса – это количество проработанных в таблице работ над ошибками. У вас есть день. Вы за весь день записали в таблицу ситуации. Вечером сели, проработали. И так каждый день. И так каждый день. И когда у вас будет, как правильно заметили, избыток этих проработанных ситуаций, вот тогда, когда этот избыток превысит определенную грань, вы вдруг начнете ярко ощущать, что вы поменяли свое отношение. Согласны? Кто через это прошел? Кто заполнял дневники? Кто столкнулся с тем, что сначала было сложно,
заполняла, заполняла, заполнял, бац, поменялось. Со временем оглянулись, а я уже не так реагирую. Вот они, эти люди. Другое дело, что я их никогда не афиширую в интернете. Я считаю, что афиширование писем клиентов, афиширование теплых слов клиентов – это непрофессионально. Я не знаю ни одного профессионала, который на своем сайте вывешивает, афиширует своих клиентов. И это абсолютно непрофессиональный подход. Совершенно непрофессиональный подход. И это не ревность. Это исключительно моя позиция. Чем мне ревновать? У меня 6 тысяч людей в очереди стоит. Отзывы делаются для коммерции, понимаете? А уверенный в себе специалист, вот меня рекомендуют во многом по сарафану, понимаешь? А моим клиентам, которым я помог и которые достигли долгосрочных изменений, им не нужны отзывы на сайте, понимаете? Пришла, говорит, я, меня зовут там Ксюша, я от Марии Вячеславны. Как, зачем ей отзывы на сайте, понимаете? Этого не надо. Отзывы на сайте делаются для продаж. Запомните это. Либо для удовлетворения своих каких-то амбиций под названием «я не хуже, чем Красиков». В данном случае там кто-то привел пример. Ну да, но работа над своим неврозом тогда. Либо задайся вопросом, что ты хочешь продать людям. Лекарство от ВСД, панических атак, чтобы рассказать о том, что надо выдерживать панику. Ну прикольно, флаг тебе в руки. Вот, понимаете, этот момент очень важен. Рекомендовали меня вместо таблеток. Прикольно. Тут был вопрос, ребят, давайте сейчас продолжим. Значит, многим клиентам, особенно бизнесменам, с которыми я занимаюсь, а я сейчас очень много занимаюсь предпринимателями, политиками и там, занимаюсь какой-то дипломатической историей, не могу об этом говорить. Но суть заключается в том, что один наш коллега сейчас сказал слово «зомби». Значит, послушайте внимательно. Сейчас про занятия скажу в конце. Значит, послушайте меня внимательно. У некоторых бизнесменов и вообще в целом людей, когда они начинают знакомиться с этой концепцией, у них первый страх возникает следующий. Что я зарабатывал свои миллионы, и я зарабатывал свою эффективность только потому, что я все контролировал, и только потому, что я был таким неврастенником. И если я сейчас начну смотреть на это более рационально, то я стану пофигистом. У кого такие страхи были, давайте плюсик ставим. А если я сейчас стану пофигистом, я вообще все заброшу, я вообще стану каким-то зомби, я вообще стану каким-то амебным, во-во-во, вот оно полезло, да? Вот такие страхи, естественно, лезут в голову. На самом деле, ребятки-котятки, запоминайте одну простую вещь. Что между пофигизмом и объективностью есть большая разница. Еще раз запоминайте. Между пофигизмом и объективностью есть большая разница. Смотрите, какая разница, как это можно нарисовать на диаграмме. Вот у нас есть условная шкала. Видно, ребятки? Видно шкалу? Смотрите, вот это называется объективностью, вот это пофигизм, а вот это сильная тревога. Почувствуй разницу между пофигизмом и объективностью. Всем теперь понятно, любой категории граждан на этой схеме видна разница, что такое объективность и что такое пофигизм. Вопросов больше не будет по этому поводу, что если ты был у меня топ-менеджер, не очень понятно, объясню. Если ты у меня топ-менеджер, и вот ты постоянно находишься в тревоге вот здесь, и я тебе говорю, надо снизить, но мы с тобой снижаем до объективности, то твой ресурс, который ты получишь вот здесь, он будет давать тебе еще больше эффективности. Потому что от этой тревоги ты ресурс только теряешь. Объективность – это рациональное отношение к планированию дня, целью которой является сохранение твоего здоровья.
Объективность – это рациональное отношение к ситуациям, на которые ты повлиять можешь, на которые не можешь, целью которого становится сохранение твоего здоровья. А вот пофигизм – это халатность, пофигизм – это равнодушие. Ни один мой клиент, прошедший у меня занятия, никогда не был и не станет равнодушным. Он будет плакать, когда у него будет горе. Он будет иногда раздражаться на каких-то людей. Согласны? У него будет разочарование, сожаление, потому что он живой человек. Но мой клиент, прошедший занятия, никогда не будет в панике, в шоке, никогда не будет в стыде, в чувстве вины и в чувстве злости и ревности. Он может быть раздражен, сочувствовать, переживать. Я, например, очень часто сожалею, и я очень часто разочарован людьми. Бывает такое, где я разочарован. Мне говорят: «Леш, как ты к этому относишься?» Я говорю: «Ну, я разочарован, что он так поступил. Жаль, что он так поступил. Но он имеет право быть таким, какой он есть». Это объективность. Это не пофигизм. Пофигизм – это равнодушие. Всем понятно? Или еще раз повторить? Нормально? Поняли, что рациональная терапия дает вам объективность? Теперь по поводу бизнесменов. Десятки примеров вам могу привести. Предприниматель был неврастенником, и он тратил 100% энергии на свои эмоции, переживания и контроль. И он достигал результата в 1,5 миллиона наличными в месяц чистыми. Как только мы с ним стали выбирать правильно обстоятельства, расставлять приоритеты, снимать напряжение до уровня объективности, у него высвободилось примерно еще 25% возможностей. И он стал зарабатывать больше. Раз. Он стал проводить больше времени с семьей. Два. Он стал встречаться с друзьями. Три. Он стал заниматься спортом. Четыре. Он стал посвящать время своему хобби. Два. У него стало больше денег и больше времени. И он сказал, ни хрена себе, какой я могу быть счастливый. Всего лишь навсего потому, что мы привели его к рациональному мышлению. Всю эту энергию, которую он аккумулирует сейчас на все, что я перечислил, он тратил на тревогу и сомнения, черт побери. Понятно? Если вам нужна скайп-консультация, март-апрель для вас открыт в первой половине дня. Вы знаете, как меня найти. Напишите ВКонтакте или пишите на почту neuroza.net@gmail.com. Еще раз, ребята, завтра в это же время, в 12:00, я буду здесь же продолжать эту тему. Но тема будет именно внутренние конфликты как основа. Тема будет, как решать внутренние конфликты, как не впадать в противоречие с самим собой. Плюс люди, которые придут на этот вебинар, получат бесплатно запись стрессоустойчивости и самооценки. Поэтому я вам искренне рекомендую за 2500 получить все это. На сайте Без Невроза ТВ в разделе «Оплата услуг» есть этот билет на завтрашний вебинар. Также там есть, кто завтра приходить не хочет, за 3500 есть сборник всех материалов, ребята. И стрессоустойчивость, и самооценка, и DVD-курс, и все вебинары, включая спорт. Все. Вот все. Вся инфраструктура моих вебинаров и DVD за 3500, если вы сегодня и завтра это оплатите. Это понятно? WebMoney нет. Соответственно, воспользуйтесь такой возможностью. Спасибо вам большое. И в заключении, вот Евгений спрашивает: религия и невроз. Давайте немножечко быстренько об этом.
карта Visa не проходит. Я не знаю, с чем это связано. Попробуй позже. Что такое религия и невроз? Значит, имейте в виду, что обсуждать это я не буду. Каждый выбирает сам свою религию. Нападать на религию я не собираюсь. Скажу вам так, что мои клиенты, имеющие ОКР, имеющие рамочное мышление, об этом мы завтра как раз будем говорить, они в религии очень классно находят некие рамки, как себя правильно вести и как неправильно себя вести. Поэтому очень часто в ОКР прикрепляется религиозная нотка. Но об этом завтра и очень детально. Завтра будет важная практическая тема. Приходите. Значит, билет есть на сайте в разделе «Оплата услуг». Сборники тоже есть. Я надеюсь, вам понравился сегодня бесплатный материал. Я ответил на ваши вопросы. Спасибо вам большое за теплые слова. Мне кажется, это было полезно. Ребята, кто записывал вебинар, давайте постараемся, чтобы в YouTube он был. Скиньте мне, пожалуйста, видеофайл хорошего качества. Я его размещу на канале «Невроза Мегаполиса». Очень бы хотелось, окей? Пришлете мне? Кто мне пришлет видеофайл? Владимир, пришли мне, пожалуйста, ладно? Я его на канал вы выложу. Я буду ждать. Ты сможешь это сделать в течение там некоторого... Сколько тебе времени надо, чтобы прислать? Пожалуйста. Мне очень приятно. Сколько тебе нужно времени, чтобы около часа? Хорошо, тогда ты файл закачай, какой-нибудь файл, файлообменник, и пришли мне ВКонтакте, я его вечером туда выложу, окей? Спасибо. Ребята, увидимся с вами завтра. Приходите, будет интересно, получите массу практики по решению внутренних конфликтов, по дипломатической работе. Владимир Владимирович Путин будет завтра нашим примером, не как политик, а как человек, который может не впадать в внутренние противоречия, и как Путин принимает решения. Вот это будет завтра очень интересно, поэтому увидимся завтра. Спасибо за теплые слова, до встречи, до свидания. Спасибо. Спасибо большое, очень приятно, что у вас много, столько теплых слов. Спасибо большое.